Тюменские коммунальщики выдержали первый бой с непогодой. Вчерашний дождь, как и предсказывалось, под утро перешел в ледяную крупу. Первыми под удар попали электросети. Тяжелый мокрый снег облепил провода. В результате обрывы линий и частичное отключение потребителей. Без света остались в основном районы Маяка, Интернациональная, Червишевского тракта. В других районах отмечались небольшие перебои с подачей воды. Уже около 3 часов утра на дороге вышла коммунальная техника. В первую очередь очистке подверглись центральные улицы. Снег выметался тракторами, дороги обрабатывались противололедными реагентами. В течение сегодняшнего дня будет полностью прометание уличной дорожной сети города, разметки и прометание воды в проезжей части. Мосты, путепроводы, подходы к пешеходным переходам, светофорные объекты, где наиболее интенсивное торможение. Автомобилистам, которые не успели еще переобуть резину, стоит воспользоваться общественным транспортом. Накануне на улице 50 лет в ЛКСМ уже произошла массовая авария, в которой пострадали 4 машины. Водитель кроссовера Honda не смог остановиться на мокрой дороге и врезался в другой внедорожник. Тот по инерции отлетел в Мерседес, а Мерседес в Ситроен. К счастью, никто серьезно не пострадал. В ГИБДД призывают водителей с осторожностью передвигаться в сложных метеоусловиях.